Это же неспроста. Четырнадцатого апреля вышла игра под названием Тасомачи. Игра на японском, английском и китайском языке, и русский, скорее всего, в ней не появится. И все-таки игра про Юкуву, молодую девушку, путешествующую по миру на своем любимом дирижабле. По прибытии в конкретный дальневосточный город по делам ее дирижабль внезапно выходит из строя, и она решает исследовать город в поисках запчастей для ремонта. Собственно говоря, этим мы и будем заниматься. По большому счету, это 3D-платформер в довольно красивом и экзотичном месте, на котором мы не только будем бегать и прыгать, но также и летать на своем дирижабле, изучать город, исследовать все его локации, чинить свой дирижабль, у нас в нем будет отдельная комната, которую можно будет улучшать, а также разнообразная одежка, которую можно будет на себя одевать.